Главное вместе. Под таким девизом прошел 6-й форум некоммерческих организаций в Ненецком округе. В культурно-деловом центре за одним столом собрались представители третьего сектора, органы государственной власти, общественной палаты и общественных советов. В этом году на форуме особое внимание было уделено вопросу вовлечения некоммерческого сектора в сферу оказания социальных услуг населению. С лучшими практиками и механизмами реализации данного направления поделилась одна из самых старейших организаций России – региональное отделение Всероссийского общества глухих Архангельской области. Мы одна из старейших организаций в России, да, которая была разрешена в советское время создаваться. И, соответственно, у нас опыт достаточно большой в социальной сфере, в организации услуг. Поэтому мы одни из первых вошли в реестр и были очень рады, что мы имеем возможность компенсировать те затраты, которые мы несли ранее на оказание этих услуг. Мы обсудили, какие барьеры стоят здесь, да, потому что сегодня в реестре две организации, но пока нет механизма включения. Да, реестр можно войти. И, может быть, всю жизнь в реестре, но не оказывать услуги, не получать компенсацию. Чтобы получить компенсацию, необходимо дополнительные действия произвести. Да? Во-первых, иметь клиентскую базу, значит, и иметь возможность заключить договор, соглашение с департаментом, ну и с тем органом, который исполняет эти возможности. Но эти барьеры, по словам Николая Мякшина, можно преодолеть. Ведь в регионе к вопросу предоставления социальных услуг есть огромный интерес не только самих НКО, но и органов власти. Поэтому прошу всех здесь присутствующих, руководителей наших департаментов, ни в коем случае не замыкаться внутри округа. Смотрите опыт других субъектов, смотрите опыт наших соседей. Мы просто обязаны все самое лучшее, что сегодня уже придумано в стране, реализовывать на территории Ненецкого автономного округа. Главная наша цель – это обеспечить предоставление социальных услуг для жителей нашего округа на очень высоком качественном уровне. А для этого необходимо создать на этом рынке такую здоровую конкурентную среду. И роль НКО здесь ключевая. Привлечение НКО в сферу оказания социальных услуг населению, по словам губернатора округа, позволит повысить эффективность использования бюджетных средств, выделяемых на социальную сферу, и внедрить в практику новые подходы оказания помощи граждан. Все предложения, которые прозвучали на пленарном заседании 6-го форума некоммерческих организаций, вошли в итоговую резолюцию. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».